Всех приветствуем, продолжаем прохождение за Итальянский Союз. С Испанией тут у меня сохранение немножко полетело, пришлось их переесть. С нефтью у нас, в принципе, проблем уже нету. Мы сейчас только резину закупаем, одну ячейку. Одна ячейка, соответственно, один завод на 8 единиц. Здесь у нас сейчас войска выстроятся. Португалию мы дохаваем. У нас истребители нового уровня уже строятся. Нового уровня, третьего, за 44-й год. Авианосцы начали строиться, флот пополняется. Готовим авиацию для бомбежки Лондона. Прокачиваем потихоньку здесь инфраструктуру с портом, чтобы у нас отсюда наступление потом на Америку начать. Ну, хотя бы плацдарм какой-нибудь создать. С Америкой-то воевать один хрен придется, походу. Швейцария, не знаю, они, наверное, сразу вступят. Ну да, с ними воевать только потом, когда с Англией разберемся. Румынская народная республика. Советский Союз. Так. А, вот у них столица. Биробиджан. Социалистическая республика Германии. Едите. Чего так долго тут шкандыбаете? Я же вам... Я ж убирал все это дело. Так. Просто стойте там. Потом, может, пригодитесь. А может, и не пригодитесь. Так. Мало людских ресурсов, это я знаю. Португалия, Португалия. А, цель войны даже не оправдает. А, у меня очков не хватило, чтобы цель войны начать оправдывать. Я начал серию записывать. Ну ладно. Подождем, пока еще накопятся очки. Ага, Америка типа фашизму противостоит, поэтому они на... О, а вот и на нас, кстати, претензии начали клепать. Вроде только на Америку клепали еще. Ой, на Америку. На... Как она называется? На Японии. Так, цели есть. Да, она, в принципе, уже воюет. Ты же на японцев претензию клепал, сволочь. Да. Придется, походу, еще народу отмобилизовать. На обязательную службу. А у нас уже расширенный призыв куда больше. Только действительно обязательная служба. Хреново. Новые истребители. Или что-то штурмовики у нас. Ага, палубные истребители изучаются, значит, это штурмовик был. И у нас что-то совсем стратегические бомбардировщики не развиваются. Тактические тоже. В общем, ужас какой-то. Врубать, не врубать, врубать, не врубать, что у других стран происходит. Тут все нормально. У Англии вообще, по-моему, все зашибись. Еще не мобилку-то дальше не проводит. Так. Ну вот Бельгия. Вот у вас-то точно трындец полный. Ну хоть одну страну нашел. Так. Так, хоть одну страну, хоть одну страну. Да. Плюс обязательную службу врубать. Иначе войну с Америкой мы не потянем. В будущем-то. А с Америкой нам воевать так-так придется. Ракеты экспериментальные готовы. Так. Едем дальше. Нет, сначала самолеты. Самолеты, самолеты. Погнали. И ждем Португалии. Тогда уж точно вероятного плацдарма здесь не будет у врагов. Пушфика знает. Вроде Португалия нейтральна, но вдруг переметнется. Из-за сверхогромного расширения. Ой, тут не расширение, это же не Европа. Агрессивности. Агрессивности. Мирового напряжения. Блин. Точно. Пока в этих парадоксовских играх разберешься. Офигеть! Немцы скоро такими темпами до Вашингтона дойдут.
Что там у японцев происходит? Ох ты, с Австралией сражаются. Тоже неплохо. Ну правильно, промышленных мощностей-то здесь хватанули. И немцы сейчас начнется. А мы пока только готовимся. Только готовимся. Так, ремонт, ремонт. Еще несколько фабрик, поскольку мы часть производства потеряли, придется количеством догонять. Что у нас по нефти? О, все, можем отказаться от закупки. Нет дивизий, проходящих подготовку. А, революция. Португалия, Испания. Португалия, Испания. Все, перебрал. Так. Морской бомбардировщик тоже ни хрена не прокачан. Да. В общем, прокачивать и прокачивать легкие танки. Производятся в неимоверном количестве. Они там у нас, наверное, уже скопились. 7 тысяч. Надо, наверное, куда-нибудь сплавить барахло старое. Но другой вопрос, нужно ли им оно. Вот оружие я им могу кого-нибудь послать. Потому что его у меня дофигище. Ой, у вас этих конвоев что-то нема совсем. А вот это хреново как раз. Отправим их им. Конвоев отправим. Теперь ты. Фу, блин. Так. Чё у вас с конвоями? Но все равно немножко конвоев вам тоже отправим. Штук 100. Лишними уж не будут. Ну и пехотное снаряжение. Сейчас уйдут конвои японцам, и можно будет им оружие послать. Так. Теперь Португалия. Претензия сколько еще? О! Сейчас начнется мясорубка, походу. Вступим в войну с Англией. Как раз посмотрим, что там по самолетам, где они контролируют, где не контролируют. Сейчас-то Германия, надеюсь, достаточно самолетов производит. И начнется. Придется даже мне, наверное, сюда войска вот эти переправить. Временно. Потому что с Португалией надо разобраться. Еще Соединенное Королевство там бухтит. В общем, идите пока туда. На крайняк части этих в Африку перебросим. Ну или вот эти, которые у нас для Америки предназначены, но еще бездействуют. По причине того, что у нас тут снабжение недостаточно прокачано. Так. Вот так. Ремонт происходит. Ла-Манча. Ой-ой-ой. И вот сейчас нам надо будет тут сейчас покончить с Гибралтаром. Надо тут, в принципе, танки справиться. Вот так же с нескольких сторон наступать. Больше бонусов будет. А вот и новые исследования подоспели. Вместе с созданием претензий. Так... Значит, что у нас там случилось? Смотрим. Тактические. Палубные. Так, понятно. Нажмем сюда тактика. Палубные. Что у нас изучает? Вот так, морской бомбардировщик. У нас палубные не строятся, что ли? Строились же вроде. Да. Видать, не строится. Начнем потихоньку тогда. Производство. Производство, постройку. Палубные бомбардировщики. Но строитесь же, сволочи.
Так, еще раз. Тактический. Морской бомбардировщик, но он же не палубный, правильно? Что-то я не догоняю. Может, все-таки он... Короче, строится и строится. Хрен с ним. Так, сколько ячеек свободных. Доктрина наша воздушная. Заметность стратегических бомбардировщиков. Бомбардировка тыла. Отлично, берем. Эффективность штурмовиков берем, хотя вроде у нас их не так много. Мы их и не строили толком. Так. Так. Почему мы их не строили? Потому что у меня есть еще какой-то запас, но они старые, походу. Нам придется обновлять еще. Ой, свободные фабрики появились. Вот атомные реакторы бы нам сейчас начали бы потихоньку их строить. Военные заводы тут начинаем вклинивать. Сюда уже враг не попадет. Здесь перекрыто. Ла-Манш мы сейчас перекроем, поэтому спокойно можем здесь застраиваться. Так. Значит, ты. Линию наступления давайте нарисуем. Так, так, так. Угу. Ну и погнали. Хотя, с другой стороны, что-то как-то не особо наступление идет. Давайте мы здесь жмем паузу тут. Остановим наступление. Остановим наступление. Сказал, пускай сами атакуют. Пускай сами теряют войска. Так. О, Скандинавия войны еще не вязалась. Норвегия. Это хорошо. Значит, мы сейчас по-быренькому захватим тут. О. Падение Гибралтара. Так, отлично. Значит, какие-то уроды на машинах там пиликают, чтобы колеса поразрывало. Так. А, не то. Начинайте, давайте наступать тоже тут. А, вы уже там куда-то. Так, сидите, сидите. Чего, Турция? А, ну точно. Фу, блин. Турция давно пала. Чего я боюсь? Турция, оказывается, в союзниках у нас. А, ну правильно, не Германия напала, вот они в союзниках. Так. Неужели там португальцы даже где-то наступают? Так, мы пока никого не призываем. То бишь, на Ла-Манш 5000, охренеть. 5 машу. Короче, пора объединять войны. Так, вступить в войну. Да. Вот так-то получше будет. Теперь мы можем быть самолетом, а также. Так. Правда, сюда сейчас начнут всякие нехорошие люди, так, поэтому нельзя же у нас сейчас в эфире-то ругаться. Можно какой-нибудь бан словить. Ой, чисто теоретически. Так, ой-ой-ой-ой. Ну, здесь немцы, надеюсь, справятся. Португалия. Ай, самолеты. Так.
Начнем с того, что в Греции сейчас тишина, там самолеты не нужны, поэтому берем сюда, отсюда отправляемся. Ты, надеюсь, дотянешься? Даже сделаем немножко по-другому. Не хочу ничего. Уйди. Так. Перенаправим тебя лучше сюда, отсюда вот сюда. По идее. Тут наши как действовали, так и действуют. Пора уже их грызя покрупнее объединять. Ой-ой-ой. Убит. Хреново. Ну, какой-нибудь новый появится. Так. Так-так, португальцы, португальцы, тратьте свои силы, убивайтесь. А я найду подходящий момент и ударю по вам. Танки зарешают. Кстати, на танках, которые так строить-то не начал. Танков у нас дофигища, соответственно, и строить их тоже можно много. Так. Скорость 12. Нет, стоять. Нам нужна реактивная артиллерия. Ну и мы можем поставить и изучить на танке сверху артиллерию присобачить. Тоже как вариант. Самоходки поставить. По реке вот тут все занять. Танки нам сейчас помогут в этом деле. Потому что сюда сейчас начнут высаживаться всякие англосаксы и тому подобное, шелупонь. Так. Ну давайте здесь добейте. Здесь 4 дивизии они оставили всего лишь. Значит, ждем, пока вот эти разберутся. Так. Это что такое, Монголия, что ли? Эстонская ССР. Нормально. Так, ладно. Так, тут мы вас продавили. Тут не вариант пока. Ладно, понял. Река мешает там еще где-то. Либо войск кражских дофигища. А, ну да, там река есть. Давай мы танки тогда сюда перебросим. Тут они полезнее будут. И мы же хотели здесь отправить немцам, там японцам. Они основной удар-то на себя берут. Так. Для начала япошкам пошлем, потому что у немцев-то промышленность только го. Много-много старого снаряжения у нас. А им оно вдруг пригодится. Куда вы все свои конвои деваете? Я же вам отправил. Они у них либо потоплены, либо заняты. Ай-яй-яй, их ежемесячно поставил отправлять. А таких там уже и нет. 20 тысяч этого. Вот эти 5 тысяч. Отправить. Тут даже конвои не нужны, они напрямую. Хоп, через границу. Так, танчики, танчики. То, что враги здесь у нас об нашу оборону будут убиваться, не значит, что мы не должны наступать потихоньку. Так. О. Так, мы сейчас их... Да куда ты идешь? Давай сюда. Выкинем их отсюда. Отлично. Ну, я думаю, мы сейчас вот этот регион захватим. Там до столицы всего ничего. Эх, по авиации.
Мы их отсюда выкинули, они все лучше туда полезли, да? На своих хилых бомбардировщиках, да. С Ла-Маншем надо будет что-нибудь решать. Это реально 8000 истребителей. Такое мне не потянуть. Если даже все истребители собрать. Здесь истребители межвоенного периода сгодятся. Надо же куда-то тратить. А 18 бомбардировщиков уже никак не поймают. Ну, я на это надеюсь. Так, значит, что у нас? О, офигеть. Вот беспечность. Так. Танки сюда. В принципе, можешь считать, что здесь фронт пробит даже. О, америкосы. Сейчас мы америкосом накостыляем. Он же по там не высадились. Тогда нам придется немножко побегать. Что мне не нравится. Так. Начало наступления сюда. Погнали. Что, вот это вот Южная Америка. Южная Африка тоже в войне. Ну ладно. И их захватим. Тут вроде немцы справляются потихоньку. Тоже неплохо. Война в небе. Ой, тут у них два перехватчика. Я перехватчики что-то вообще давно не строил. У них, по идее, радиус-то поменьше должен быть. А вот сейчас мы проверим, чем у истребителей. А, значит, ищем. Тяжелые истребители, так, истребители, штурмовые. А где перехватчики? Или перехватчики только реактивные появляются потом? Когда мы изучиваем эту фиговину. Ну ладно. Тоже не суть важно. Тяжелые истребители, в принципе, для войны против Англии тоже неплохо пошли бы. Можно их даже начать сейчас изучать потихоньку. Так. Опа, какой котел может получиться. Просто прекрасно. Немецкие войска подходят. Давайте тяжелые истребители будем изучать. Так, а теперь давайте вот сюда навстречу. Мы просто должны их там уничтожить. Там америкосы есть. И не дать, на всякий случай, португальцам слинять. Уж наверняка захотят эвакуироваться, в случае чего. Опа. И все. А теперь просто берем и наступаем. Без снабжения они здесь особо не навоюют. Так, Португалия, Португалия, да? 200 тысяч уже потеряли. Тоже неплохо. Так. Размер моей армии уже 1,5 лама. Давайте еще танк добавим. Так. Больше танков, больше танков. Легкие танки они, в принципе, и по горам сильный штраф не должны получать. Ага, они с обороны более-менее наладили, зато отсюда вроде войска увели. Так. Тут эти самые холмы. О, японцы. Пора понемножку их тут жать. Ага, и может по... Если... Так, от столицы мы их отсечем. А где еще порты есть? Отлично. Мы должны занять все порты.
На это у нас здесь войск более чем достаточно. Я на это рассчитываю. Отсечь столицу от основных сил. Что много там их скопилось, да? Ага, немало. Немало этих уродов там скопилось, а мы через реку, да? Их как нехорошо получается, да? Ай. Так. Давай на тактический пока иди. Их надо заменять. Ну и на истребители. Там и замена идет, и, соответственно, нам тут понадобится очень много истребителей. И очень много резины нам тоже понадобится. Поскольку закупать ее у кого-то, ну, блин, противник может поставки сорвать. Будем закупать пока. 26 минут идет видео, в принципе, нормально, до 40 минут более-менее среднее видео уже. Так, что отсюда все войска вывезли, что немцы, что эти самые союзники. Вы не можете наступать тут. Наступайте здесь, или это немцы наступают. Ой, что тут со снабжением творится. У-у-у. Ужас какой. Так. Один порт взяли. Осталось до столицы как-нибудь пробиться. О, войска вывели, что ли? Отлично. Тем более они тут немножко наступали, должны быть потрепанные. Давайте, 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 давайте. Ну. Ура! Успели, совсем чуть-чуть, но успели. Давайте навстречу своим доблестным силам. Они здесь уже все сделали. Отлично. Теперь нужно окруженных уничтожить. И не дать им к своим приблизиться. То есть откинуть их подальше. Уничтожить можно чуть попозже, как у них снабжение того будет. Ой. Опять они с бомбардировщиками. Сейчас найдем какой-нибудь один истребитель. Выкинем отсюда всех. Эх, португальцы, америкосы. Португальцев неплохо там потрепало так. Снабжение пока у них еще есть. Плохо. О. Соответственно, каким боком вы тут поранились? Эти уроды... Сколько? Надо было отсюда истребителя вообще не уводить, по идее же это... Так сказать, домашний регион. Истребители третьего уровня все на фронте. А давайте поднимем 1000. Альпийский регион. Немцы вроде летают, все нормально должно быть. Так. Они откуда-то пригнали. Ага. Да вроде аэродром-то тут не видать. А, не, есть аэродром. Смотрите, вот сволочи. Вот откуда вы летаете. Ладно, сейчас до вас доберемся, так сказать.
Свободные верфи, стройте их, дети самые. Конвоев мы много переправили союзникам. Пока придется закупаться. О, у Германии много резины. Тоже, видать, заводы строить нехило. Либо где-то какую-нибудь страну захватили. Банановую республику. Ага. Ой, что-то тут контратака индийская с этой стороны была. А америкосы там воюют. Пускай лучше там, чем у нас. Ух ты, у них... А, их не слева. Теперь слева мои. Понятно, короче, справа те, кто защищается. И снабжение у них сейчас не особо. Можно, конечно, подождать, пока не сами кони двинут. Ну так же. Не интересно, нам нужен. Ой. А что ты тут, видать, со снабжением совсем хреново. Так. Нам еще надо сейчас восстановить трофейные земли. Тут много чего надо восстанавливать. Охренеть! Чё они творят? Нафиг, тут уже, кажется, так добьем. Мы должны укокошить всю их авиацию. Конечно, эти самые корабли можно увезти, но пускай приманкой побудут. Сделаем такой рискованный маневр. А какого хрена палубные истребители развернуты? Так. Раз. Так. Пора бы вас объединять уже. Что-нибудь покрупнее. Значит, берем. Так, вы должны затащить. Если мы сейчас перебьем их всю авиацию, будет очень хорошо. Так, я, по-моему, туда все истребители уже бросил, что у меня были развернуты. Так. Ищем истребители, истребители. У нас авианосец, оказывается, есть. Вот в чем дело. А нафига тут все можно сюда вас перебрасывать. Еще даже можно развернуть. У нас, так сказать, некое подобие битвы за Англию. Воздушная. Итак, и мы не можем проиграть метрополию. Это будет очень нехорошо. А если мы еще всю бомбардировочную, как правильно сказать, истребительную авиацию, это понятно, а бомбардировочную авиацию, чтобы получать, перебить им, будет очень-очень хорошо. Да, эти дальности не хватает. Но вас же тут много. У меня тут еще и ни хрена эти не построены, как они называются. ПВОшки. Так. Отсюда тоже тогда перетаскиваем.
Какого хрена вы не действуете? А ну работать, негра. Уничтожить всю их авиацию. Так. Что-то я не вижу тут их потери. Ай-яй-яй, вот сволочи. Оттуда их мы их выгнали. Они, сволочи, сюда полезли. Короче, нам понадобится дофигища истребителей. Реально, дофигища. Неимоверное количество. А еще нам нужно что-нибудь с вот этим сделать. Ой, ремонт, ремонт. Так, ремонт идет. Теперь нам надо туда высадиться. Тогда мы, по идее, можем обезопасить, наконец, свою столицу. Кого бы для этого задействовать? Танки? Да пофиг, вряд ли там врагов так уж много прям всего. Потом... Давай отсюда. Прям сюда. Прям сюда, как говорится. Из Мальты их выкинем. Смотрите, что творят самоубийцы. Ну, эти 18 штук ни туда, ни сюда. Ты... Вот тебя я выбираю сюда. Отсюда сюда. Истребитель, я выбираю тебе. Так, 6000 истребителей. Ну, в принципе, мы можем Ла-Манша не бомбить. Интересно, здесь делать... Как он здесь учитывается? Когда мои самолеты полетят отсюда в Англию, будет сражение над Ла-Маншем? Тупо просто мы не на Ла-Манш рукой помахали и в Лондон. Так. Сколько? 44? Ну-ка, США, американских дивизий. Ох ты, как... Это же просто прекрасно. Столько америкосов тут кони двинет. В окружениях. Сколько у них там потери тоже? Уже полляма. Мне не нравятся немецкие потери, что-то быстро как-то растут. Ой, мы здесь особо-то не следили, да, из этого всего. У меня такой вопрос, какого хрена вы не наступаете? Мы что тут будем сидеть с этим плохим снабжением? Так, пехотное снаряжение. Сколько мне надо обновить? Наверное, дофигища и больше, да? Ой, мне его надо еще на производство поставить. Ужас какой. Новую артиллерию надо. Еще пока мы ударились в одно, в другом мы просели. Ну, то, что старый убирается, в принципе, это нормально. А если, допустим, срочно-срочно надо много-много всего, а старый быстрее производится. Ну, ладно, это фиг знает, может, какое-нибудь обновление такой вариант вернут. Еще торговля оружием бы нам не помешала. Допустим, нейтральная Швейцария торгует оружием с Англией. Пехотным, стрелковым, там артиллерию им продает. В обмен получает. Ну хотя бы как бы... А что он может им в обмен поставить? Денег-то тут нет. Ну типа бартера какого-нибудь там. Заводы им на время сдадут или еще что-нибудь. Идете артиллерию обновим.
Ой, скоро мы реакторы ядерные изучим. И хандец всем. Как только мы в воздухе победим. Они опять сюда атаки свои предпринимают. Самоубийственные. Что там у нас? Высадка. Можем мы уже начать, нет? Танчики. Долго высадка? А, тогда пока пауза. Пока ждем. Шесть тысяч истребителей. Но вряд ли здесь одни английские истребители. Так. Офигеть, нам сколько истребителей надо будет сейчас производить. Что в нереальном количестве. А ведь надо еще старые, что мы развернули, обновить. Где у нас список истребителей? На замену только еще 1600. А в день что-то мало производится, они еще не разогнались. Пока они разгон наберут. Оп! Пока они разгон наберут, придется их еще и модернизировать. То есть еще потерять. Времени. Зато они уже будут мощнее. Зато они будут мощнее. Пополнение. Где-то потери идут, что ли? Так. Штраф к погодным условиям минус. Это хорошо. Они что-то же Гибралтар отбить не пытаются. Офигеть. Ну, видать, заняты так хорошо в других местах. Да, но с этим хреновым снабжением мы особо не повоюем. Поэтому давайте мы вас отсюда снимем. Идите-ка вы вот сюда. Если со снабжением проблем не видать. Ну, более-менее, по крайней мере, здесь. Истребители какие-то летают. Непонятные. Такс. Угу, и вот они еще там могут базироваться, сволочи. А вот и ядерные реакторы. Давайте молчу вот это изучим. Можно, конечно, в очередь поставить, потихоньку ядерные реакторы клепать. До них-то очередь дойдет. Рано или поздно. Как только мы изучим ту фиговину, серии через 5. Неизвестно, сколько времени на это уйдет. Так, я же обещал хоррор еще перезаписать, да? Правда, я хоррор же пока не выбрал, какие. Думал, может, Слендера попробовать. Я, конечно, не записывал. Ну, почему в него не поиграть, да? Он... Комментарии свои ставьте насчет хоррора. Можно Mass Effect на втором канале запилить, создать второй канал. Я же собираюсь как раз туда все стрелялки хорроры перетащить, чтобы здесь... Ой, оно не скапливалось, не мешало нам, так сказать, стратегиями любоваться. Так, тут все еще противостояние идет. В принципе, неплохо. Мы вроде из активных боевых действий пока выпали. Давайте отправим им оружие. 24. Что оно у нас на складах только лишнюю строчку тут занимает? Пехотного снаряжения. Сколько там его у нас? 1010. Пушки старые. 200 штук. Отправить. Им сейчас это реально нужнее. И Поунсет. До сих пор не перевезли. Вот как мне тут наступать, если у наших доблестных союзников
конвоев нет, придется им отправлять. Иначе они продуют войну. А лишаться союзников я не хочу. Ну 6000, но это вообще. Наверняка там старье еще какое-то тоже летает, но. Мне придется все силы воздушные свои напрячь, чтобы там затащить. Так сказать, авиацию Италии использовать. Но если мы там затащим ВВС, то все, Англия триндец. Мы просто не дадим им восстановить потом господство в воздухе. Ну все, давайте. Погнали потом. Вот этот островок захватите, чтобы они нам не мешали. Ага, у меня что-то войска где-то тусуются. Вот. Пора бы уже действовать. Снабжение вроде нормально позволяет, более-менее. Я даже знаю, куда мы ударим. Кстати, вот так вот сделаем. Потому что нам их не только надо будет окружить, нам еще их уничтожить надо будет. Поможем нашим, так сказать, союзникам. Ну 6000 это реально. Скандинавия в войне. Конкретно какая? Конкретно Норвегия. Тоже мешает. Так. Там немцы тащат, это хорошо. Ой, как долго идут. Это потому что там снабжение хреновое. Немцы тут не позаботились о снабжении-то. Ирландия к союзникам присоединилась. Конечно, сейчас с Ирландией-то они всех победят. Так, ремонт. Ой. Так. Гибралтар. Че у нас по резине? Ну, в принципе, пока у немцев можем закупать. Немцам тоже заводы пригодятся. Так, сам. Ага. Ну, пусть даже они пару десятков собьют, но это столько истребителей туда посылать на самоубийственную атаку. Ну, лучше кулак соберем. Заменим, так сказать, устаревшее на новое. Сейчас с истребителями все. Еще одну линейку можно запускать. И походу просто реально сейчас очень много. Ой, это паубный истребитель. Штурмовик. Мне придется реально, так сказать, поднапрячься. Так. Ну все. Тут вроде затащили. Высадку в Англию я пока не планирую, потому что это самоубийство чистой воды. Можно, конечно, с этими странами повоевать. Чтоб потом через Мексику, вот к Панаме можно подойти, да? Слушайте, а если мы Панаму захватим, то очень неплохо будет. Придется ему так вот оплывать при необходимости. Просто часть сейчас опытных войск возьмем. Появление аса, эффективность истребителей еще лучше. Что-то со снабжением 24. Давайте еще снабжение чуть прокачаем. Все-таки. Мне тут воевать. Так, венесуэльские войска. Ну, всех мы сюда перетащить не можем, поскольку, во-первых, снабжение, во-вторых, они там тоже могут пригодиться.
Давайте найдем достаточно. Достаточно горнострелков. Ага, вон там наверху у нас показано, сколько кого выбрано. Так, пока мы вас переправим. Генерал армии. Ну, готовься к повышению уже. Сразу. Ну, пожалуй, на этом серию закончим. Всем пока.